Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Lineage 2 Mobile, обновление 28.12.2022 года. Начнем с ивентов и дальше обновление, ну, как всегда. Сезонный пропуск нового 23-го года с 28 декабря по 11 января. Добавлен ивент «Новый сезонный пропуск». Сезонный пропуск нового года 23-го года. При достижении каждого уровня сезонного пропуска выдается награда, соответствующая уровню. Очки опыта для получения уровней можно получить, выполняя ежедневные задачи и задания сезона. Награды сезонного пропуска делятся на обычные и премиальные. Для активации премиальных наград нужно потратить 1 миллион адены. Даже если премиум награды сезонного пропуска не активированы, за выполнение заданий можно получить обычные награды. Давайте перейдем, посмотрим, что же за награды дают за пропуск. Видим, дают энергию Энхасад в количестве 5000. Посмотрим премиум награды. Дальше мы видим, что дают магический пергамент для создания книг, который нужен. Опять энергия. Пергамент уже 100 штук. И перед финальной наградой опять 100 штук пергамента и чистый эликсир. Обычные награды. Что мы видим? Сундук с провизией наследника, стандартный. Дальше у нас сундук со свитком поручения Энхасад. Порошок пробуждения. Кристалл 2023. Кристалл души 6 раз. От обычного до редкий. Реликвия энергии в количестве 20 штук. И тут видим какие-то два подарочка. Свитки модификации. Благословенные свитки модификации. Рандомным образом, я так понимаю. Позволяет получить случайный предмет из списка. Ну, естественно. Позволяет получить случайный предмет из списка. Карты класса, карты Агатиона. Карты высокого качества и Агатиона. Улучшенный кристалл. Зелье развития. Опять сундук с провизией наследника. Сундук со свитком. Порошок пробуждения. Кристалл 2023. Видим, награды повторяются немного. 30 кубков и уже по 2 таких подарочка. Они такие же, как предыдущие. Предфинальная награда – улучшенный кристалл. И, ну, финальная награда – чистый эликсир. Вот такой вот сезонный пропуск. Ну, видим, они сильно опять не напрягались. Опять видим сезонный пропуск, который я рассказывал. Ну, если мы дальше спустимся, мы видим ежедневный бонус. С 28 декабря по 11 января. В период ивента каждый день дается ежедневный бонус в честь наступления нового 23-го года. Ежедневный бонус 23-го года можно открыть с помощью предмета монета черного кролика ивент. Предмет монета черного кролика ивент можно приобрести в магазине алмаза во вкладке. Обменный пункт магазина Пандоры. Покупка доступна один раз на аккаунт персонажами 40 уровня и выше. За 2023 аден. Награды за посещаемость можно получить в меню игры в разделе «Ежедневная помощь». Вот видим. Активация. За монету кролика. До 10.01. А тут написано до 11 января. Новый 2023. Вот такой вот бонус, финальная награда у нас. Карты испытаний героического класса. Почему героического, непонятно. То что один раз от редкого до героического. Финальная награда. Получаем бонус. Ежедневно 2000 виталочки. Дальше уже по дням. Дим заряд души. Сундук со свитком. Сундук с обычным пособием на выбор. Позволяет получить случайный редкий класс. Редкий Агатион. Две бутылочки с зельем пробуждения по 100 очков пробуждения. Дальше у нас руда духа. Ну, такое вставлять, конечно, это очень сильно. Просто 2 дня. Это очень сильно. Опять сундучок со свитками. Сундук с пособием высокого качества на выбор. И такие же подарки. Сундук Нового года со свитком модификации. И сундук Нового года для призыва. По 5 штучек. Перед финальная награда от редкого до героического один раз у вас есть шанс получить.
Ну и финальная награда. Карта испытаний героического класса. Добавлен ежедневный бонус, о котором ничего не написано. Добавлен ежедневный бонус по дням на 28 дней. Видим, ежедневный бонус 2000 виталочки дают. Сундук с пособием высокого качества на выбор. 3000 кристаллов. Также карты редкого класса. Случайно Агатиона. Часы на выбор. Благословенная святая вода. Только уже с 50 уровня. Которая вам на 50 уровне даст один уровень. Так, карты высокого качества один раз. От обычного до героического. Один раз. 3000 виталки, 50 тысяч сосок. Вот это уже приятно. Не 2000, а 50к. Вот это приятно. Видим, на 11 день дают у нас карта испытания героического Агатиона. Возможность получить героический от редкого до героического. 300 тысяч адены. Очень приятно. Улучшенный кристалл. Неплохо. Браслет стража. Браслет стража вот такой вот. Сопротивление умениям и там при модификации. Браслет стража. На 15 день мы видим. О, вот это тоже приятно. Кристалл души высокого качества 11 раз. От обычного до героического. Фрагмент рецепта создания редкого доспеха 10 штук. Дыхание Сайхи. Зелье пробуждения 100 очков пробуждения. 19 день. Карта Агатиона высокого качества. Очень сильно свиток терпилы. Свиток терпилы, который можно продать, если вам не нужен, по 12500 за штучку. Или это общая цена свитков. Опачки. Знаки поручения. Очень приятно. Потом у нас камень духа. 5 штучек. Дивный сундук улучшения оружия. И дивный сундук улучшения доспеха. Дальше 11 раз. Кристалл души высокого качества. От обычного до героического. 10 камень жизни. Чистый эликсир и финальная награда. Карты испытаний героические. От редкого до героические. Также есть вот такой вот подарок Леи к Новому году. Но ничего не дописать. Покупной подарок Леи к Новому году. Вот, прикольно. Ну, почему вы не дописываете? Что мы тут видим? Очень жирный подарок, я бы сказал. Но финальная награда... Ну, слушайте, руну как бы несложно достать. Но если в целом выкрутить руну, ну, ее сложно выкрутить. Это надо просто очень много адены. А так вам дают на выбор руну, которую вы вставите в коллекцию или оставите себе. Также, видим, ежедневно дают бонус. Благословенная святая вода Энхасад. Очень крутая штучка, которая доступна на 50 уровне. Дает 1500 виталки, и если вы будете крафтить каждый день по 2 баночки, вы с 50-го, ну, с 50 уровня, вы себя очень хорошо прокачаете, плюс виталка. Конечно, стоимость крафта 25 реликвий энергии, их дают 50. 2000 знаков поручения, и вы крафтите такие 2 баночки ежедневно. Дальше у нас чистый эликсир, потом у нас карта улучшенного класса потрясения. Улучшенный героический. Две карты. Потом у нас идет карта. Карта класса потрясения высшего качества 11 раз. У нас карты испытаний героический класс. От редкого до героического, а также Агатион. И вот тут это самое вкусное. С кристаллами и с улучшенными кристаллами. Карта улучшенного Агатиона потрясения 11 раз. От улучшенного до героического. 2 штуки. И перед финальной наградой у нас карта Агатиона потрясения высшего качества 11 раз. От улучшенного до легендарного. И финальная награда — руна на выбор. Наверное, приобрету. Давайте посмотрим, сколько мне эта баночка даст на 72 уровне. Создадим 2 баночки. А будет разница, если я юзну вот эту баночку вместе с вот этой баночкой? Давайте посмотрим. Видим, 42% почти ровненько. Если мы юзаем баночку, она дает ровно 0,50. Почему 2,900? То, что у меня выкачано повышение энергии от баночек. Если мы юзнем вот эту баночку и юзнем вот эту баночку, видим, немножко больше дало, смотрите. Сочетание... Оно дало 100% эффект, получается. Не 1500 энергии, а 3225, ну, плюс просто с моими бонусами, еще 225 плюс.
Ну, в целом на сколько? На 300. Ровно на 300 у тракториста. Ну, я целый процент качнул на 72-м. Плюс 6000 виталки. Так, давайте, наверное, я поставлю его в замок. Я специально часиков взял. Пару покупки пропуска. Ну, кто играет, все знают, что дают дополнительно виталочку. Ее нужно сжечь. Замок для этого подходит очень хорошо. Убрали остров Дедов Морозов. Очень плохо. Так, теперь найти местечко бы хорошее. Так, я сейчас поставлю перса, и мы продолжим. Ну, так, хороший парень уступил мне спот. Поблагодарим. 1 PSV 1. Спасибо тебе за спот. Ну, мог, конечно, рядом стоять, то что я не выфармлю как бы весь спот, этот вкусненький спотик. Так, продолжим. Золотой сундук Нового года 23 года. С 1 января по 11 января 23 года. В период проведения ивента в магазине алмазов продается золотой сундук Нового 23 года за 2023 аден. Золотой сундук Нового 2023 года можно приобрести в магазине алмазов во вкладке «Обычный пункт», «Магазин Пандоры», «Покупка доступна один раз на аккаунт персонажами 40 уровня и выше». Это 1 января будет доступен этот сундучок. Золотой сундучок Нового года. В золотом сундуке Нового 2023 года вот такой вот серебряный сундук. 14 штук в количестве шанс получения 100%. И новогодняя открытка 1 штука. Серебряный сундук Нового 2023 года ивент можно использовать повторно через 12 часов после открытия. Что же в сундуке? Шанс получения 100%. Карты высокого качества 11 раз, карты Агатиона и карты души по 11 раз. Это 14, мать его, сундуков. Он будет стоить 2023 адены всего. В этом паке Ордена Славы, знаки поручения, кристаллы, улучшенный кристалл. И также новогодняя открытка, которая пойдет. Временный эффект коллекции. Точность плюс 1, физзащита плюс 1, макс хп 100. Очень крутой новогодний подарок. Очень вкусный. Вам просто надо каждые 12 часов открывать этот сундучок. В количестве 14 штук. Понимаете, да? Также видим, что 28 декабря по 4 января. Период проведения ивента, время в указанных ниже трех подземельях увеличено в 2 раза. То есть башня Крумы было 7 часов, стало 14, логово Антараса было 5 часов, стало 10, и башня Слоновой Кости было 7 часов, стало 14. Так, дальше. Подарки Нового 2023 года. Это трудно назвать подарками, потому что это какая-то ежедневная помощь. Каждый день 9 часов будет присылаться вам подарок с 28 декабря по 11 января. Письмо будет храниться 3 часа. Энергия Энхаса 1000 единиц. Зелье развития 1 штука. Руда духов 100 штук. Сведения об обновлениях Lineage 2 Mobile 28 декабря. В рамках регулярных технических работ 28 декабря, среда, будет установлено следующее обновление. В меню «Печать духа» добавлена страница «Самоконтроль». Это новые соски, которые будут давать снижение урона, двойное сопротивление, блокировка умений, блокировка урона. Очень круто. Даже в ПВЕ. У бокалейщика можно купить орехоруконовые стрелы. Это очень круто, наверное, для лучников. Продлен первый сезон «Острова древних». Остров древних, ребят. Все 12 серверов Барса и Леоны могут там встретиться. Расскажите, кто там фармит и что там падает. И с какого левела вы там стоите, если стоите. И сколько нужно точности и урона, чтобы там стоять. Мне никто не напишет, но я надеюсь, возможно, кто-то напишет. Остров древних, это для остров для донов, на который обычным игрокам ход как бы открыт 70 уровня, но там тебе нечего делать. Книга об истории королевства Аден. Создание. Другое. Коллекции. Книга об истории. Давайте посмотрим.
Видим, что обновились временные коллекции с книгами. Что мы видим тут, можем забрать? Ну, как всегда, урон от умений. Урон от умений я заберу. Это 4 книги. Раз. Увеличение от оружия уже 7 книг. Снижение урона, блокировка оружия. Это уже 9 книг. Вся защита и точность. 11 книг мне нужно скрафтить. 11 книг мне будет стоить 11 миллионов адены и 2200 магического пергамента. Коллекции на месяц, я думаю, это не очень дорого по ценам. Коллекции на 2 месяца. Некоторые, видим, до 25.01, а некоторые на 2 месяца даются коллекции. То сами думайте. Увеличение урона от умений, я как маг, мне это нужно. И максимальное число использования эликсиров увеличено с 20 до 30. Чистый эликсир. Можно себе 30 навыков накинуть. Вкусные комментарии. Давайте почитаем эти довольные комментарии, которые довольны этими ивентами. Не ивентов, подземку убрали. Ёлку тоже. Крысы без совести. Зато бесполезную проходку за 1к алмазов подвезли. Крысы одним словом. Еще локации Нового года убрали. Никакого Нового года детям. Ай, блин. Как не стыдно руководству игры. Никаких толковых подарков людям. Все как обычно. Заточено на донат. С Новым годом пошел нафиг. Я не знаю, чего они жалуются. Ну, я, ну да. Диджей купон не дали, да, обидно. Но в целом, если вот каждую неделю закидывают кучей просто подарков, куча всяких, за счет которых в целом ивенты неплохие, очень вкусные, я бы сказал. Но вот диджей купон, вот это самое обидное, что нет диджей купона на карту класса и агатион. Вот это обидно очень. А так в целом очень хорошие ивенты, хоть это донатная помойка, игра. Все ждут Tron and Liberty, я жду, когда она выйдет, непонятно. Очень прикольные задумки, там механики, и сколько она будет стоить. Если она будет на старте бесплатная, ну то вы понимаете, что это будет платная помойка с паками. Если она будет стоить в начале денег, то как бы, ну не знаю, посмотрим. Но в целом механики игры очень интересно сделаны там, и хочется это все попробовать. Как бы новое все интересно. Пишите в комментариях, ребят, я ж прошу вас, во что бы вы поиграли, во что, в какие ММО вы играете, кроме Lineage 2 Mobile. Потому что, как бы, моя игра в PvP Альянсе закончилась. Сейчас в PvE Альянсе нахожусь, и в целом я играю каждый день в одно окно. Бота ферму забил кер большой, потому что я так подумал, 9 окон если будет каждый день у меня, я не могу играть ни в чё другое. Это мне не нравится. Короче, пишите ваши комментарии, ваши мнения. Вообще, как у вас дела? С вами был Розе. Всем до новых встреч.